А то вот как? Кто идет? И до дома когда-нибудь дойду или нет? Не получу на расслабоне. Держи удочки, тащи. А ты хлеб держи, только не сожри его, понял? Хлеб. На рыбалку собрались. Может поменяемся, да? Отдаю. Давай, чё? Давай, о. Хлебушек я не знаю. У меня, о! А что ты хлеба мало взял-то? Вообще-то это хлеб не тебе, а для рыбы. Так, маленькие карасики не берем. Берем только большие караси, либо карапяры вот такие. О, ну такое, да, такой грех нельзя. А что там есть такие, что ли? Я ни разу там не ловил таких. Конечно, хрипу, ты же ловить не умеешь. Конечно, не ловишь. Как? А что две удочки? Кто ловить-то не будет? Я не понял. Ну, по очереди, значит. Давай, заворачивай. Что, не отставай, что плетешься сзади? Пацаны, я чур первый выбираю место. Чур мое коронное место. Когда здесь... О, смотри, как четко. Так, идеально. Мы сейчас посмотрим. Чикс. Тоже большую самую рыбу стоит, а? Сейчас посмотришь, вот как надо. Нормальные рыбаки только так ловят большую рыбу. О, сейчас посмотришь. Че себе, Грот, ты че, надеешься здесь какую-то рыбу споймать? Хриплый, смотри, метров 5 от берега бросил. Посмотрим, посмотрим. Ну ты хотя бы в отличие от него ловить умеешь. Ну-ну, давай, посмотрим. Слышь ты, малый, что свистишь? У меня уже поклевочка пошла первая. Сейчас посмотришь, Гро. Ай, Гро, дай я тебе покажу, как рыбу нужно ловить. Тоже мне рыбак нашелся. Отвали отсюда. Дай мне удочку, сказал, буду стоять, буду смотреть, а кто сам ловит. Понятно. Так все. А что, если ты не шаришь? Скучно. Смотри, куда можешь забрасывать. О, я даже дальше, чем хриплый, забросил. Сейчас увидишь, вот такого карпа споймаю. Че свистишь там? Я вообще тихо свистну, тихонечко, чтобы не спугнуть крупничка, ты чего? Ну давайте, давайте, посмотрим, что вы словите и сколько. Я пока. Зончик, послушай, нормальненький такой. Оп. Дань, ты че, блин? Музон свой выруби, блин, а то всю рыбу распугаешь. Ты че, глухой, что ли, Дань? Кому говорю? Да успокойся, хриплый. Рыба наоборот услышит музончик. Классный, стильный. Она сама будет приплывать сюда, чтобы музончик послушать. Ты, Гро, как скажешь вообще, они что сюда, дискотеку что ли приплывут? Карасики с карпами. Свистун, блин. Это вон, знаешь кому? Вот тем расскажет, мелким, они поверят. Это успокойся ты в натуре. В смысле? Наушники одень и слушай себе музыку. Так где у меня нет наушников? Так пойди в дом и возьми. Нету. Музыкант нашелся. Не хотят слушать, значит и мне нельзя слушать, да? Давай, вали быстрее. Рыболовы, блин. Типа что-то умеют ловить, типа им мешают. Пойди возьми то, пойди возьми все. Вырастут. Это ими управляют. Музыку даже не дадут послушать. Бесит. Точно там никого нет, а? Да точно, их 3 дня пас здесь. Не хавал, не пил водички. Час назад как ушли. Я понял, бегемот. Погнали. Если не вернуться, все, на кучку. Посмотри мне. Здесь, в каком гараже? Здесь, походу. Да, ну, открывай. Как они открываются? Давай, взломай быстрее. Все, готово. О, красавчик. Носорог какой, а? Как он заводится-то, а? Ты, блин, что получается? Да не заводится! Ключа, походу, нет. Может, на ключ искать? Ключов нет. Блин, где же они? Самые, а? Не знаю. Вот в штане посмотри. Нет.
что-то нашел, похоже. Да, давай сюда. Ну, давай. Давай, малыш, заводись. Ну, бегемот, ты молодец. Отлично.
Алло, борода, вы там рыбку ловите? Это, наш квадрик угнали пока. Да, ну у меня все под контролем, я их застал как раз. В общем, догнал, шлепнул. Приходи сюда, я тебе сейчас геолокацию скину. И, в общем, заберешь на квадрик и уедешь. Сейчас же сам и мотас, и квадрик не дотащу до дома. Да, да, все, давай. Че смотришь? Видео к концу подошло уже. В общем, ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И для того, чтобы не пропустить следующее видео, обязательно, обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик. Всем хорошего настроения, удачи, а мы погнали.